Всем привет, с вами Механик, и сегодня я поиграю на своем сервере StrixRP. Ссылочка на сервер находится в описании, заходи и играй вместе со мной. Итак, последняя сходка у нас была у Останкина, и черт возьми, мы вместе с Алексом подумали и приняли решение, что будем делать сходки достаточно часто и с какой-то периодичностью, которая появится чуть позже. То есть график сходок мы вывесим, скорее всего, в нашей группе. В связи с этим, так как сходки проходят в основном в городе, я решил продать свой загородный домик. Тем более, как вы видите, он немножечко покосился, но как бы он все равно классный, в нем интерфейс, интерьер, вернее, крутой, там телек есть, все дела. И дом у меня, кстати, номер 12 дом. Итак, я решил его немножечко продать. Так вот, я его продам. Так, а зачем я его продам? Затем, чтобы купить квартиру. Продам дом государству. Да, черт возьми. Да, продам на банковский счет. Денежки мне зачислились. Так. Сейчас я поеду тогда в город. И я уже вот... Я как бы смотрел на квартиры. Есть у меня задумочка, где взять квартиру, кстати. Если вдруг кто захочет купить мой дом, то он стоит здесь. Можете его покупать. Теперь он выставлен обратно на продажу. Но я вот захотел как-то перебраться в город поближе к сходочкам. Кстати, скоро этот поселочек мы будем расширять. Добавим сюда какое-то количество домов. Также у нас в разработке элитный поселок, который запустится совсем-совсем уже скоро. Ну, там свои плюшечки, свои приколюхи. Так. И плюсом мы уже 100% допилили випку, и теперь с випкой получаете вы на обычных работах на всех плюс 50%. Не плюс 50, а x2. В общем, зарплата x2. Возможно, мы сделаем еще и опыт x2, но пока только зарплату сделали. Вот, поэтому, если вдруг вам не хватает, то випка — это ваше спасение. Так. Где же они находятся, эти дома, которые я присмотрел? Я хотел купить не самую дорогую квартиру, которая находится вот здесь. Потому что у нас есть еще и другие варианты квартир. Я хотел купить такую подешевле, и там райончик такой поинтереснее. Ну, сейчас приедем, я все покажу. Я не знаю, там кто-нибудь живет из вас или нет. Так, тихо. Тут что-то... Все намеренно гоняют... Я один, блин, на Ниве. Наверное, в следующей серии нужно будет прикупить себе какую-то тачку другую. Так. Что-то там копы. Я не знаю, что происходит вообще. Что там такое? Что творится? Так, зелененький. Погнали дальше. Господи, скорая, копы, Нива, аварии. Что тут происходит? Черт возьми, ребята, что с вами случилось? Сначала я думал купить вот здесь вот в девятиэтажках, хотя они и там девятиэтажки, вот в этих, в новых домах квартиру себе, но потом подумал и думаю, нет, наверное, лучше куплю где-то здесь еще у нас есть квартиры, нужно только их сейчас будет найти мне, потому что я, к сожалению, уже и не помню, где у нас подъезды расположены. Так, как-то надо въехать во двор мне. Ну, думаю, что никто не будет ругаться, если я прям вот так вот проеду, да? Ну, я надеюсь... Ни хрена себе, вертолет! Черт возьми, это ж мафиозный, по-моему, вертолет, нет? По-моему, да. Так, а вот они. Вот они, квартирки-то, вот они. Здесь уже кто-то живет. Так, ну здесь парковка, походу, не очень удобная. Так, а если с той стороны я объеду? Сейчас попробую объехать. Посмотрю с той стороны. Если нет, тогда... Так, там тоже нет. Возможно, вот здесь можно проехать. Нет, черт возьми, здесь тоже заборчик. Или как-то можно, нет? Нет, черт возьми, здесь никак не проехать. Это надо выезжать, объезжать. Так. А что, если здесь прямо... Здесь квартиры такие, но не поэлитней, конечно. Знаете что? А была не была. Вот здесь я тачку запаркую, вот так вот. Вот так вот. Гаражей пока нету, поэтому тачку здесь запаркую.
Так, мы вводим ПКР. Это у меня первая тачка. Припарковать. Все, она теперь у меня останется здесь. И погнали, погнали. Что, надо купить? Надо купить себе квартирку. Так. На первом этаже это, по-моему, не очень прикольно. Поэтому я поеду на самый верх. И уже на девятом этаже. Так, вот эту, эту или вот эту. Знаете, наверное, вот эту я квартиру себе прикуплю. Так, давайте в нее войдем. Посмотрим, что тут за интерьерчик. О! О! Смотрите, как прикольно, прикольно. Шкаф есть. В шкаф можно складывать боеприпасы, материалы, деньги и прочее. Наркотики, по-моему, тоже можно. Так, ванна, ну такая не очень большая квартира, но тем не менее очень прикольная. Я прямо, можно сказать, рад до глубины души. Итак, теперь надо спуститься вниз. Спускаемся на первый этаж и выбегаем. Так, ну вот моя точилочка меня уже здесь ждет, причем припаркована в другом. По-моему, я парковался в ту сторону, а она уже в эту. А может быть так и парковался, не знаю. Честно сказать, уже и не помню. Так, ну что? В общем, интересно, никто? Не, никто еще не купил вот этот вот особнячину просто, которая здесь продается прямо в центре жилого города. Ну ничего, я думаю, что скоро. Уже общались там с людьми, которые хотят купить. Я думаю, что скоро его уже купят. На этом, наверное, будем заканчивать. В общем, все, что я хотел, показал. Теперь я живу вот в этом доме, вот в этом подъезде. Можете селиться рядышком, будем с вами соседями. Свой дом, соответственно, я продал государству. Кто успеет ухватить, давайте, быстрее, дерзайте. И в следующей серии уже будет какая-то тачка, тачка на тест-драйв. Надеюсь, что вместе с Алексом купим какие-то тачки, сравним их, погоняем на бездорожье и прочее, прочее, прочее. Ну а на этом все. С вами был Механик. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. И также не забывайте заходить на наш сервер и играть вместе с нами. Ссылочки на него вы найдете в описании. Всем пока!